Торжественная церемония открытия томографического кабинета, а также кардиологического и гинекологического отделений в первой городской больнице города над Бугом началась с обсуждения вопросов о стадии строительства запланированного единого медицинского городка. Работы по его созданию на базе данного лечебного учреждения сейчас в самом разгаре, и введение в эксплуатацию отделений – один из пунктов плана модернизации. Совсем скоро на базе недостроенного здания рядом с больницей свои двери распахнет детская поликлиника номер один. Также прорабатывается план по организации налаженного транспортного сообщения. Все это позволит существенно повысить уровень оказания медицинских услуг в областном центре. В этой больнице мы начали заниматься горисполком, в том числе, здесь она у нас скрипку играет. Именно начали заниматься с 2008 года, когда она была передана от железнодорожников. И за этот период времени очень много сделано, вы видите сами. Я, например, знаю, в каком состоянии была эта больница в 2008 году, когда принимали. Это было действительно страшно что-то. И мы видим, какой вот она сейчас предстала перед нами. 40 коек в новом гинекологическом и 45 в кардиологическом отделениях – большой вклад в развитие и стабильную работу всего медицинского учреждения. Рассчитанные на 2 и 3 места, палаты полностью оборудованы для максимально комфортного пребывания пациентов. Удобны и оснащены процедурные кабинеты. Первый в медицинской сети города компьютерный томограф – важнейшее оборудование для успешной диагностики, также уже готов к эксплуатации. Огромная работа, которая уже проведена в больнице, позволит не только увеличить количественные возможности приема пациентов, но и гарантированно улучшить их качество. И останавливаться на достигнутом медики не собираются. Планов много, планы все интересные. В следующем году мы планируем приступить к капитальному ремонту и переоснащению операционного блока. У нас и на сегодняшний день выполняется очень много операций, более 6500 в год. А его модернизация и переоснащение позволит и увеличить их количество, расширить спектр, безопасность, качество. Также мы планируем развитие интервенционной помощи для больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом, что позволит перенести, скажем так, высокие технологии не только с уровня республиканского и областного на уровень городского. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Такой слоган расположен на официальном сайте Брестской городской больницы номер один не случайно. Учреждение здравоохранения имеет вековую историю, а значит огромный опыт в профилактике, своевременной диагностике и грамотном лечении, что безусловно является огромным преимуществом. А благодаря проведению подобной работы по переоснащению и усовершенствованию технологии техники, проведению модернизации и руководства клиники и специалисты лечебного учреждения могут с уверенностью смотреть в будущее и повышать свой профессиональный уровень.